Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Медведев продлил ввоз иномарок без эры ГЛОНАСС на Дальний Восток. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ввозе поддержанных праворульных автомобилей на Дальний Восток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. В конце 2018 года Медведев утвердил временный порядок, по которому в течение года можно ввести одну иномарку без установки системы эры ГЛОНАСС. По его словам, после подписания документа это больше не временный порядок, а распоряжение правительства. Также Медведев подчеркнул важность проблемы и призвал ее решить. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!